any bullet, the blue launches next to the ice chest of 2 grams in the blood that we just blew. Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео подробно разберем и разжуем рывок сплинтов. Для начала напомню о том, что рывок сплинтов классифицируется по положениям. То есть гриф находится ниже колен, выше колен, середина бедра, либо очень низкие плинты. В рывке сплинтов уменьшена амплитуда тяги. За счет этого меньше сил тратится на тягу, и акцент смещается на скорость тяги и такие вещи, как удержание накрытия в финальной фазе разгона. От этого накрытия и пляшем, друзья, так как все основные ошибки возникают после того, как гриф прошел колени в тяге. При хорошем рабочем весе уж больно велик соблазн после колени отвалиться, перенести нагрузку на ноги и отбить штангу от себя. Старайтесь удержать накрытие и сделать съем штанги более плавным, для того чтобы не потерять углы, а затем дайте высокую скорость в тяге, чтобы разогнать снаряд. Принцип прост. В данном упражнении мы можем формировать более высокую скорость тяги при ее наименьшей амплитуде. Благодарю вас за просмотр, друзья. Задавайте свои вопросы в комментариях смело. Я жду от вас активности. Спасибо за внимание. До встречи.